Я помню, что в Мельбурне он дал мне второе посвящение. Первое я получила в 1971 году по почте в Гонконге. Мне пришло письмо, в котором он написал: «Твое духовное имя — Джагаджанани Девидаси». Вскоре после этого к нам в Гонконг пришло еще одно письмо, в котором говорилось, что имя было изменено, потому что уже был кто-то с именем Джагаданади, и поэтому меня назвали Джагатарини. Я так и не прошла яги на первое посвящение. Так что я села на яги в Мельбурне, и затем он дал мне второе посвящение у себя в комнате. Потом мы все пошли собирать гуру-дакшину, что было чем-то новым. Это было небольшим нововведением, мы тогда еще не знали об этом. Я помню, как я ходила по улице неподалеку и заходила в каждый магазин, и один из них был мясной лавкой, и продавец там дал больше, чем другие. Когда я вернулась, я рассказала об этом Шриле Прабхупаде. Я сказала, что зашла в мясную лавку. Это было немного по-детски говорить о таком. Он сказал: «О, очень хорошо». Он был по-отцовски добрым. Под конец этого приезда в Мельбурн я привела своих родителей на встречу с Шрилой Прабхупадой. Они зашли, и моя мать была очень недоверчивой. Она чувствовала себя очень неловко. Но мой отец вел себя любезно. Он сел рядом с Прабхупадой, а моя мать все время стояла у двери. Тогда они дали ей кресло, она села. У Шрилы Прабхупады был диван голубого цвета во французском стиле. Он сидел на нем и выглядел элегантным, благородным. Оба они сели, и Шрила Прабхупада прежде всего посмотрел на моего отца, который вел себя с почтением, и сказал: «Ваша дочь освободит вас». Мой отец был немного смущен. Мне кажется, он не мог разобрать акцент Шрилы Прабхупады. Он стал нервно смеяться и сказал: «О да, мы всегда знали, что она сделает нечто подобное». И затем Шрила Прабхупада очень серьезно посмотрел на него и сказал: «Не думайте, что она прекратила служить вам. Благодаря ей многие поколения вашей семьи в прошлом и будущем будут освобождены благодаря ей». И он начал объяснять ему, что объездил весь мир, и везде люди благодарили его за то, что он сделал для их детей, что он спас их от стольких пороков и так далее. Мой отец вел себя очень благородно, с почтением. И позже Шрила Прабхупада повернулся ко мне и сказал: «Твой отец — настоящий джентльмен». А моя мать, она тоже была очень благочестивая в этом смысле. Но она нервничала. В самом конце этого даршана Шрила Прабхупада снял с себя гирлянду из гвоздик. Она была сплошной, много гвоздик, очень грациозно. Он снял ее со своей шеи и сказал слуге: «Дай ей». И они передали эту гирлянду ей, и ее это так тронуло. Он был настолько любезен, что она даже не знала, что сказать. Она взяла эту гирлянду к себе домой и положила ее на блюдо с водой и держала ее в вазе, как-то сберегала и хранила ее, сколько могла, в знак признательности от этой встречи с ним. Это лекция, которую Шрила Прабхупада дает в городском зале в Мельбурне, в Австралии. В 1972 году преданные поехали в Мельбурн после основания храма в Сиднее. Они стали довольно популярными в Мельбурне благодаря хорошо поставленной уличной санкиртане, которую преданные проводили ежедневно в центре Мельбурна. Там были Чару и Вайбхави, Упананда, а также целая команда. Мы их называли «команда экстаза». Это команда экстаза. Это были люди, которые не получали еще посвящения, но добросовестно каждый день появлялись на санкиртане в центре Мельбурна. И именно на той улице, где находится Мельбурнский городской зал, преданные каждый день пели. Когда Прабхупада приехал, он давал лекцию в Мельбурнском городском зале. Это событие было широко разрекламировано, и пришло много людей, которые видели нас каждый день на улице.
Пришли также гуру-хиппи, чтобы повидаться с Шрилой Прабхупадой. Некоторые знаменитые в Мельбурне хиппи-гуру. И все думали, что вот этот хиппи-гуру, который взбирался на свою трибуну в разных местах в центре Мельбурна и проповедовал свою гедонистическую философию, он был очень находчивым и сообразительным. Все думали, что он придет и сможет бросить вызов Шриле Прабхупаде. И в тот вечер пришло много его последователей. Но Шрила Прабхупада быстро разбил его с философской точки зрения и усмирил его. В конце лекции он вышел и стал петь и танцевать вместе со всеми учениками Шрилы Прабхупады. Прабхупада очень умело опровергал имперсоналистов и гедонистов. И благодаря этой лекции в Мельбурнском городском зале преданные добились большого успеха. На нее пришло много людей, больше 2000 человек, что довольно поразительно. Эта вселенная называется Чатурдаша Бхуван. 14 планетных систем. Это называется Бхулока. Над ней Бхуварлока, над ней находится Джаналока, над ней Махарлока, над ней Саттилока, а над ней находится Брамалока, высшая планетарная система. Подобным образом, внизу у нас есть Тала, Атала, Талатала, Нитала, Патала и так далее. Эти знания сообщают нам ведические писания. 14 миров, каждая вселенная состоит из таких 14 планетных систем, а самих вселенных бесчисленное множество. Это мы знаем из Брахма-самхиты. Джагаданда Коти. Джагаданда означает, что это вселенная. Это большой шар, анда, как яйцо. Все планеты по форме напоминают яйцо, брахманда. Вселенная также имеет форму яйца. И существует много-много миллионов джагаданд. И в каждой джагаданде находится бесчисленное количество планет. Такие знания мы получаем из ведической литературы. Если хотите, принимайте, не хотите, можете отвергнуть, вам решать.